сыграв в нескольких фильмах, она решила, что актерство не ее призвание, и собралась стать психологом. Натали поступила в Гарвард и написала несколько научных статей. Но чары Голливуда оказались сильнее. Еще до того, как Ченнинг стал моделью Армани, начал сниматься в рекламе и кино, он работал стриптизером и неплохо зарабатывал. Впрочем, об этой детали своей биографии он рассказывать не любит. В начале карьеры, когда ей не удалось стать супермоделью и будущее было туманно, Джоли потеряла горячо любимого деда. Ей не понравилось, как провели его похороны, и она даже бросила актерские курсы и начала изучать бальзамирование. Надолго этого увлечения не хватило, и все мы знаем, что было дальше. Звезда американской семейки уже училась на стоматолога, когда на пляже к ней подошел фотограф и предложил стать моделью. Кто знает, может, врач из нее получился бы еще лучше. В отличие от многих актеров, Батлер не мечтал о карьере в кино с детского сада. Он изучал право в университете Глазго и был президентом университетского юридического общества, а потом нашел работу по специальности. И лишь после этого разочаровался в выбранном жизненном пути и стал актером. В молодости знаменитый актер любил работать руками. В кино он попал почти случайно, друг предложил, а потом буквально заставил, пойти на кастинг для фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны». Мир мог бы и не увидеть такого Хана Соло и Индиана Джонса. В 2009 году актриса получила диплом юридического факультета Университета Нового Южного Уэльса. Но потом ей предложили сниматься в кино, и карьера государственного обвинителя так и не сложилась. Герцогиня Кембриджская изучала историю искусств в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, после чего хотела управлять музеем или художественной галереей. Но роман с принцем Уильямом все изменил. Членам королевской семьи запрещено иметь обычную работу. Впрочем, это касается только самых вероятных претендентов на престол. Так, принцесса Евгения как раз и работает директором галереи, занимая 10-е место в очереди на трон. После победы в шоу American Idol певица вернулась в Северо-Восточный университет и получила диплом факультета массовых коммуникаций. Но любовь к музыке оказалась сильнее. Именно в этом амплуа Криса заметил голливудский режиссер и предложил работу поинтереснее. А мог бы дорасти до управляющего рестораном. У отчаянной домохозяйки было целых две альтернативы актерству. Она изучала историю мексиканцев в США и хотела помогать соотечественникам бороться за свои права. Кроме того, она получила диплом кинезиолога в Техасском университете и могла пойти в медицину. Актер вполне мог работать по специальности, у него диплом исторического факультета Кембриджского университета. Воистину талантливый человек талантлив во всем. До того, как стать актрисой, Руни работала в некоммерческих организациях разных стран, изучала психологию и способы помощи людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Фото Getty Images, Legion Media, Persona Stars.